пошел отхил. Ой, ебать, он танк вызвал. Ой, ах ты ебашек. Ах ты пидорас. Ебать, он насосывал, чувак. Алиса, лайк. Арта вышел из строя. Чем как-то по-ебански. Слушай, два города меня... Мы так ебанули. Бля, вот самолеты это пиздец опасно. Надо их выносить хуя. Вот самолеты по танку зашибись, спрашивались. Бомбит танк с самолет. Так. Танк. Я только сейчас понял, я по два корабля за раз делаю. В своей столице. Так. Это же пиздец. Самолет давайте бомбардировщик. Охуенно. Конечно, не бомбиться, нахуя, блядь. А чё ты на горку-то не заезжаешь, блядь? Ну чё, все равно стрелять не хочет? Да, я разбавлю его самолеты. Есть вообще эффект? Да, есть. Не хочет, блядь. Пизда его танка. А у меня одна арта апнулась, короче. Не стреляет в этом ходу. Вторая подъехать не может, а третью продамажили, а она откатилась. Сейчас арта. Постреляет по нему. Все, нахуй беру. Самолеты добили. Спалили он нахуй. Да, Афины пали. Блять, даже на этой клетке не хочешь. Как приехал, блядь, там тупой. Ебическая тьма. Куда ты тогда хочешь-то, сука? Все. Афин больше идет. Так. Че у меня тут? А, Афин надо починить теперь. Притягивающий. Притягивающий. Потрясающий. Притягивающий. Средний. А, блядь. Дима, пизда уже. Притягивающий. Да я пытаюсь поставить этот ебаный... Да все пиздец. Ну, да, правда. Бля, а эта гречанка чуть-чуть бы выиграла, кстати. У нее культура там, ёбнись, надо ее добивать срочно. Она усердно пытается у меня выменить всеми правдами и неправдами этот... шедевра. Зачем ее жестоко? Она хочет закончить, да, блять? Хоть так выиграть. Видимо, да. Потому что, ну реально. Ее же пизда. Города падают один за другим. У нее есть план какой-то. Хорошо, не посмотри, у него уже по часам. Придерживается. Ну поэтому сейчас бомблю ее. А если бы Дима дал нефти? Но Дима зажал, пес. Пил бы, была бы тебе нефть. Купил, купить можно, любой дурак может. А я бесплатно хотел. Ну вот пососи, песос. Ну вот видишь, а я и гречанка из-за этого выиграет теперь. Вот так оно и бывает. Песос-то все равно тебе пососат. Да, я еще далеко. Ну да, она уже типа, почти половину набрала. Так, что тут танки? Бля, ну привел я этого Дима, натуралиста, в чудо это. Ну, я же объяснил. А хотя нахуй объяснять, я тебе скриншот дам. Дай мне скриншот. Не объясняй. Это лишнее. Дай мне скриншот. Срочно. Так, это должен быть чудо природы, ну чудо природа. Горами или клетки с поверхности пыли. 4 клетки вокруг места, где ты хочешь построить национальный парк, должны быть со статусом притягивающий или вот выше. А может вот это... Я нашел практически идеальное место, только одна, блядь, клетка средняя. Не дотягивает немного до притягивающего. Сейчас вот думаю, блядь, как бы ее улучшить. А я примерно знаю тоже такое место. Ля-ля-ля, сука. Что хочет-то, блядь? Артиллерия, а там это пехота. Что это? Держится, блядь, держится. Вертушки улетают, или это... Ну, может, мне уже на подходе. Вертушки эти большие смогут сделать это. Хатусы. Компьютер-то нахуя заблокировался? Я поссать отошел. Че думало? Так. Аэропорт, стадион. Время уже недовольные люди. Стадионы построю. Глядишь, будут довольными. Ага, откуда поселенцы появился? Перехватишь танком поселенца? Зардан технологии. Да. Готов. О, Брэдвей закончился. Так, арту подводим. Вы еще вспомнить, нахуй я его строил. Так, ты стой пока. На нахуй. На нахуй. Прям так решил, что лезть на рожон. Сейчас посмотрим. Тут 2 танка. Так, ну и сейчас самолетики побомбят немножко. Да, чуть не сильно они так сделали. Обстреливаю. Рузвельт не дает предупреждения? Он ебанулся? Скажи, ты чё, блядь, укулели, блядь? Или чё? Или где? Скажи, Тедди, ты там, наверное, уже бухой. Вискаря нажрался, пёс. Он буквально вот только что молил о том, чтобы его не трогали. Ты отдал все свои, блядь, деньги. Только не по лицу, пацан, только не по лицу. Он тебя молил, а он отсосал, нет? Если не сосал, значит не считается. Инфа 100%. Не сосал, значит не мужик. Какие у тебя гаранты? Ну так... Классовая борьба, получается, открылась. Можно классово бороться. Бля, а кто по мне стреляет по кораблю-то теперь? Самолеты летают опять эти ебаные. Корабли тебя ебашут. Ракетные вроде умеют закрываться от этого говна. Давай, блядина. Вставай, немытая блядина. Так, там сюда. Мне, блядь, все артефакты мои. Ну, типа, именно мои. Один могу отдать, кстати. Кому подарить? Артефакт? У тебя лишний артефакт есть? Вообще нет. Да. Вон Кирик отдает, да, у него вообще ни одного. Ну, нет, у меня не то чтобы лишним, у меня просто такой уже есть. Так что неинтересно. А где мой копатель, кстати, шел этот? Кирка, сука, он потерялся. Копатель онлайн. А че я не могу его выбрать? Так, ты давай иди сюда. Тоже иди. Ой, не могу выбрать друг. Бля. Артефакт для мира не могу тебе отдать. Да, у меня тоже не получилось вообще не купить ничего. А у меня как-то запрашивали. Ну вот, как они это делают. Магия волшебники, сука. Сукин сын. Че не видишь, блядь? Я тупая авто. Бы нажать можно, а... Они, блядь, не успел. А запросить... Или предложить не получается. Вот какая-то мишура начинается. Надо это, блядь, танки рассосать. По батарее побольше потащить. Сейчас это эритрию. А, блядь, точно. У меня же, типа, конец хода был выставлен. А. Чё тут еще? Шпион. Ну и чё? Так, вот, самолетики. Бомбардировщик пошел по городу, отработай. Еще один ученый, который нахуй не уперся. Так, ладно, я пытался. Нет, все равно нельзя. Самолет отрабатывает. А город я могу отдать. Ладно, хуй с ним. Я по соглашению могу сделать. А, ну и все. Только тебе тоже нельзя. Сейчас еще бомбардировщик последний добьет. А не, принцовка. Пизда городу. Несколько залетов. Все, теперь надо, короче, объезжать вот это всех хуесосов, в пустыне собираться, короче, армадой все. А я могу сверху через него. Ты можешь через Аналанду ходить? Да. Я не могу. Мне войну надо объявлять. Понял. А тогда тебе надо объезжать. Нет, по морю, ты можешь по морю заехать. Ну я вот через этот перешейк пройду просто всеми войсками. Стараюсь без боя. Это просто время какое-то займет. Так, ну я думаю, надо закругляться, на сегодня уже 5 часов утра. Да, я тоже устал уже. В принципе, неплохо идем. Очень даже неплохо. Мы победили почти. Да. Потом просто на следующей катке собраться. Уже и добить этого. Черта. Горгай. Ага, ты как, Дима, за то, чтобы закончить? Ходок бы еще. Ходок. То у меня оперный театр достроится. Ёкарный театр достроится. Лучше 5 ходов. Тогда у меня 2 чего-то достроится. Не-не-не, Дима, один ход по-любому. Давай тогда 2. Давай 25, Дима. Я уже не могу. Меня вы как-то в воскресенье не особо послушали. Давай, 5 ходов по-быстрому пролететь и... Блять, куда танк забился? По-быстрому, блять, не получается. Да. Но я не против. Я чтоб чудеса достроить, потому что это последнее, походу, вообще в игре. Так, что мне тут авто стоит? Так, танчик тут. Ну, Калинфу я не знаю, что подкатывайся. То, что на Пеграм идти такое, там еще крепость рядом. Не, я Пеграм, потому что там... А, самолет он его увел. Ну, давай Калинфу. Какой Пеграм? Пергам. Надеюсь, на Ланда не будет по тебе стрелять. А, может, что? Если война? Не-не-не, у меня с ней нормально все. Она отбивалась. Можно же вот объявить войну, видишь, у нее стоит. То есть я не могу. То есть я с ней не воюю по-любому. Так, а что еще не отражал? Враги, интересно, летают хатусы. По самолету полетели на мой корабль. Надо отвезти его, наверное. А, потопили. Заебись. Что там новое это? Аванпост. Ох, ебать, что заиграл. Наигрытер. Ох, американцам не понравится то, что они увидят однажды. Белого. У них тут под боком ракетный крейсер, пулеметчики, РСЗО, бомбардировщики, письку облизельщики, вертолеты, блять, целые эскадры. И дислоцировать можно в город. А, да, и пусковая установка. Прям у нее под боком стоит. Че пускает? А? Че пускает даже? Будет ракеты пускать, когда я их дострою, конечно. Угу. Так, и, наверное, надо еще вот тут построить форт. Так, шпионище. Давайте вот так вот. Я ухожу красиво. Ты уверен? Я так думаю. Морской порт. Так. Бля, где этот копатель, сука, проебался? А, вот он тусуется. Все, давай копай. Культурная победа, что-то пишет. Ваша культурная преобладает. А, ваша культура преобладает. Моя? Ну, там, короче, какая ситуация, когда твоя культура выходит за рамки твоей нации, она начинает, ну, типа, у тебя туристы появляются из других стран. Окей. А это надо для культурной победы. Блядь, там еще хуесос, блядь. Но не боись, мы все всираем Греции. Ничего не боятся, я вообще бесстрашный. Сейчас лох, что ли, боятся, блядь. Так, а что нужно? Аэропорт нафига нужен? Алиса, лайк. Дима не успокоится. С Алисой. Не, ну блин, это Ост из Silent Hill'а. Я чё удивился-то? Хуй пососиса, лайк. Ля, ебать, а че можно с подлодки? Мы же едем на ракету пускать, получается. У меня такие уже плавают. Ну а что они, Дима, плавают? Ну ты еще не жахнул нам, блядь, а? Да, кстати. Потому что у меня ядерных ракет нет. Я их еще не изобрел. Я одну уже пустил. Ну, правда, не ракету, а малышку. Бомбочку кинул. Сам себя подосрал. Музыкантами, блядь, города облепил мои. Ёбаный музыкант, блядь. Какие-то плаги начались, вообще жесть. Да нет. Да я нажимаю, а не отвлекается. Так в тот момент время уже кончилось. Такс, такс, такс. Ебать, едет сыни на БТРе, блять. Со своими петуханами, блять. На разборы приехал. Забомбил в сорокательный шурик, что он выебывается. А где он, я его не вижу? Да под этим, под городом там. Называется, я скажу. Каринф, мотопехота. А, у него тут еще он. А, на Ланда. Будет сложный переход, тут горы, блядь. Да, так что самолетики туда хоть долетят, могут не долететь. Не долетает, сученыш. Так, реактивный истребитель. Нет, реактивный бомбардировщик. Вы флотоводец. О! Ой, забомбить его. Да, ща. Полетел. Цени бомбардировщик полетит. Новый. Реактивный. Угу. Пацану пизды прилетело. Ну, кстати, дальше летает, чем обыкновенный. Он и бьет сильнее. Да, 57. Сейчас ну-ка второй запущу. 57? У меня бомбардировщик 90, 120 лупит. Ну, блять, я не нажал не туда. Куда я нажал? Потому что по бомжам лупит. Бля, сейчас сам по себе устрельну. Не, сила обстрела 120 показана. По настоящим пацанам он меня так не лупит. Нет, а так 90 у меня показывает. Типа урон от него. А, да, 90. По городу 120. Ну, 57 нанес свой урон. А, ну да, в рукопашной 90, а так 120. Истребители какие-то вообще на маленькую эту самую летают дальность. Хуёво. Так, а чё танчик стоит-то? Ебаный варвар начинает палиться. Тут сможет по кому-нибудь заход сделать. А Хатуси почему-то хочет. А Хатус что, я воюю, что ли, с ней? Нет. Типа можно было, наверное, так понимаю. Так, танк. Прикрытие проедет. Да ни самолеты, ни корабли чуть нельзя покупать. Жаль. Так хотелось прикупить. Вижу подводную лодку чью-то, Димину. Это ядерная. Ну зачем ты ее сюда привез вообще? Блять, у меня еще один капер где-то плавал. При этом ты сам говоришь, у тебя зарядов не было. Был бы заряд бы. Ну я нажал. Я сейчас все пощелкаю. Блять, куда вы поехали опять? Ёбаный стыд. Ебать, ты врываешься, шо. Да это, блять, я не туда, это помахнулся. Черт, быстро. Жесткий плюс мощный в деле, нах. Прям выезжает в город, прям в стелку. Так, танк похилялся. Сейчас пацаны заедут на врыв. Ты, кстати, своим этим пулеметчиком, которым тоже через этот перешейк уйдет, направо уходи вниз, то есть налево. Или направо. Ну, короче, не загораживай проезд. А это крепость или что? А, нет, это... А, это центр коммерции. Надо его грабить. Кому? А, по их пулеметчикам. По танку. Убили. Кому-то дали пизды. Ага. Самолет ебаный. Разбомблю вас. Купить все будут. Я что-то беззащитен перед ними. Так, сейчас бомбардировщик полетит. Ебанем. Еще все, ты дальше не едешь. Найс, ебать. Охуенно, блядь. Ебаный, блядь, кусок дерьма не хочешь никуда ехать. Лоходавры. Вот, блядь, ебать ты протупа, пиздец. Я просто рот их ебал. Так, один еще. Да, далеко же ты уехал, блядь. Решили пониматься, да, там не просто ступается. А я говорил, что ты там завязнешь, блядь. Не слушай дядю Кирилла никогда. Кирилл, блядь, он опытный нахуй в этих делах, блядь. Почему эта арта не стреляет, сука? Ближе, что ли, надо? Да в курсе, что ли. Так, где что еще построить? Сейчас сюда танк еще ворвутся. А вот это стоит авто. Любой танк ездит. со всех сюда подъезжай. Так, все. А что за танк стоит тут? Еще авто стоит. Танк можно сюда помочь. Так, давай, еще раскопаем что-нибудь. А эти едут-то, я про них и забыл. Оп, исчез. Получается, близко не надо его. Во, я прожал. Ну, сука, выехал. По танчику стреляет. Пацанам стреляет. Вот эту партию хуя. Ну, в принципе, нормально. Терпимо. Я думаю, самолеты, чтобы обосрались. Сильно там куда может. Да ух ты, блядь, надо отводить его. Ну что споришь? Вот ты ёбнули. А, это город-государство. Так. Самолеты решали, да? Да, ебать, я реально ебашу, просто город сносит. Хорош. Пиграммы попал. Ну, пока через эту хуйню проеду, охуею, блядь. Так. Что там еще? Города -то только падают. Так, ну тут еще арта не стреляла по Каринфу. Я тоже же Каринф обхожу, но я там надолго застрял. Так, у меня еще тут тоже авто сверху видит. Да хрена ее тут. Так, а можно, кстати... А, ну сейчас я не смогу. Можно, кстати, в Афины, наверное, перекинуть. И так. Так, ты чё? Будешь копать сегодня? И активный истребитель. О, тут же аэродром есть. А, отлично. Так, истребители летят. А где еще был? Вот он. Давай на аэродромчик. Еще где-то четвертый должен быть. Ну что ты, Дим, построил, что хотел? Один ход остался. Ох уж это Дима. Зла на него не хватает. Вот не хватает и все, надо занимать. Какую-то маску. Артефакт. Так. Я бы с удовольствием прожал, просто тупо нажал бы, чтобы все походило. Но оно так не работает. Да, вот лучше побыстрее анимацию. Жалко толку от этих анимаций, пока не затягиваются. Ебать, тряснулся. Так, а, еще кое-что хотел, да. Даже сейчас. Надо брать проход в другое измерение. У нас самолет полетел на мои танки. Сейчас пизда вам будет. Отлетайте в свое. Ну заход самолетов по танку это вообще пиздец. Появилось. Готово. Они летают. И разлетались, вот, понимаешь. Каринфу сдулся. Есть чем занять, нет? Да, сейчас танк должен подъехать. По идее, хватает ему. Блять, еще самолет. Я сейчас новый послал. Там один танк не доезжает, по-моему, а второй должен доехать. И тот должен занять. Хорош. Мой шпион съебался из этого города, из Каринфа. Там сидел. Сидел. Это в хуй дул. Ну все на сегодня, пацаны. Я построил чудо последнее, которое хотел. Давай тогда сохраняемся. И хватит. Я захватил несколько городов, следующую катку добью. И можно сразу приступать, прям сразу хуярить это, америкосов. Да, америкосов я и сам сейчас буду. Ну, сейчас армия у меня копится.